Всем привет! Вы на канале Кольские рыбаки. Давно мы с вами не виделись. Прошу прощения, что долго не выходил на связь. Ну что, настало время показать свой новый дом. Наконец-то мы его достроили. Как вы помните, пару лет назад у меня сгорел домик. Кто не видел этого, можете посмотреть по ссылке. Ну что, мы пошли смотреть новый дом. Получился дом, но он еще, так скажем, не до конца доделанный. Осталось тут крыльцо доделать, потом вот убрать, спрятать вот низ, не помню, как он называется, что это. Вот такая верандочка у нас тут. Вот такой дом. Тут сделано все вагонкой, надо будет все это красить. Вот уже кое-какую мебель завезли, надо собирать. Так, ну что у нас получается? Здесь вот кладовка у нас будет. Это зал. Здесь санузел. Не готов тоже еще. Здесь у нас кухня. Нары сделали, рабочие пока строили. Вот. Значит, дом вышел около 4 миллионов. Рассчитывали, что будет дешевле, но получилось, как получилось. Все из-за того, что в компании, в которой застроили, начали сотрудничать по строительству дома, оказалось не очень. Было много проблем с ними. Так, вот здесь плинтус не добит. Надо будет его прибить. Вот. Значит, что у нас здесь? Второй этаж. Раз спальня. Выход на балкон. Вторая спальня. Вон тоже. Ну и третья. Тоже санузел. И третья комната. За окном снег. Вот, да, были проблемы у нас с первой фирмой. Дом заказывали из Пестова, заказывали сразу дома комплект, так скажем, пришел уже дом крашеный. Вот, но оказались ребята не очень, начали затягивать сроки стройки. Затем у нас, оказывается, не хватало материала. После этого пришлось вызывать других ребят, так скажем,
знакомых своих. Красота какая. И уже с ними мы это все доделывали. За той компанией пришлось все переделывать. Так что было очень много проблем. Строили мы его май, июнь, июль, август, сентябрь. 5 месяцев, ну почти полгода, грубо говоря. Ушло по времени на дом. Так что поэтому так надолго пропал. Не было времени заниматься чем-то. Работа и стройка, грубо говоря. Где сделали по телевизор. Так что вот. Надо будет еще доделывать и доделывать. Так что много чего еще докупалось из стройматериалов. Так что вот такой у нас получился замечательный дом. Как обещал, вот вам показываю. Если у кого какие-то будут вопросы, с радостью отвечу. Пишите в комментарии, либо в личные сообщения ВКонтакте. Готов ответить на ваши вопросы. Ну а следующее видео, я думаю, что мы пойдем с вами открывать уже зимний сезон зимней рыбалки. Так как у нас тут пару дней стояли морозы 15 градусов, снежочек выпал. Так что я думаю, что сегодня я подготовлюсь. И завтра, если получится, схожу, попробую открыть сезон. Спасибо, что посмотрели. Пишите комментарии. До новых встреч!